Юху! Напоследок. Ребята, всем привет, с вами Александр, и мы продолжаем играть в Сориан. Это у нас вторая часть. Да, и вот крокодильчик. Мне бы хотелось, конечно, под конец этой серии, а может и раньше, таки съесть. Вот что-то наподобие вот этого вот крокодильчика. Конечно, к этому мы сейчас не готовы. В прошлой серии мы пробовали, ну, его слишком долго убивать, и, в принципе, у нас тогда не получилось, но нам еще рановато. Нам нужно еще подрасти. Может, мы съедим какого-то крокодильчика поменьше. Да. Так, мы в прошлой серии бродили вот по тому берегу. А сейчас давайте как-то пробежимся, что ли, вот по этому. Так, да, здесь у нас вот эти вот орнитомимчики всякие бегают. Мы вообще-то полностью себе, так сказать, сытые, не голодные. У нас прекрасный белый день. Ну, как-то странно, прям тут здесь у нас ни одной жертвы нет. То есть нет никакой ящерицы. Это нам, конечно, сейчас не нужно. Но тем не менее, давайте сейчас хочу узнать, в принципе, какая здесь локация. Так, никого съедобного нет, да? Я уже одного детеныша вот этого пернатого заточил. Так, а насколько мы тут далеко можем сюда уйти? Ой. А ну-ка иди сюда. Чё-то она какая-то странная. То есть я ее что-то не могу съесть все никак. О, съел. Ну не знаю, может я преждевременно решил полакомиться. Ну ладно. Мы идем в дальнюю дорогу. Почему бы нам и не поживиться? Она какая-то была пассивная ящерица эта. Но судя по раскраске, явно ядовитая. У нас ядовитые существа обычно имеют яркую раскраску, да? Чтобы их... Ладно, дальше не будем доедать, авось пригодится нам. Давайте пробежимся, так скажем так, по локации. Ну, это у нас, понимаете, горы ограждают нашу локацию. Так, прикольно. Так, так, это наши утконосики. Матрица, матрица, ребята. Ползи, птичка, ползи. Нам бы еще тут не забывать, в каком направлении мы движемся. Так, как там так странно карта расположена. Что можно немножко и заблудиться. Ну да. Никакой карты у нас, конечно, к сожалению, нет. Ух ты, блин, ну мы так реально далеко углубляемся. Интересно, здесь есть еще источник воды? Другой. То есть я понятия не имею, то есть каких размеров здесь карта. И как бы, если нам придется бежать назад, то это как бы надо ориентироваться, чтобы у нас количество голубой полосочки не было меньше половины, иначе просто нам капец. А что за музыка? Думал, на нас сейчас кто-то захочет напасть. Но, собственно говоря, кроме тиранозавра здесь мы никому не интересны. Так, смотрите, как бы странно. Я могу подняться, я думал, что нет, эта горная гряда ограничивает нам все. А, ну да, так и есть, здесь невидимая стена. Здесь невидимая стена. Ладно. Трицератопсы, здесь же должны быть трицератопсы. Я не видел ни одного трицератопса.
Так, а у нас-то уже 30% воды исчезло. Ребятки. Посмотрим. Так, ребяточки, в общем-то, я тут немножко побегал. Уже наступила ночь. И, ну, все-таки ничего интересного я там не видел, кроме стаи пары зуралофов. Пахицефалозавров. И у нас взошла луна, ребятки. И, в общем-то, будем мы, наверное, двигаться туда вниз. Так, а ну-ка. Хочу какой-то интересный кадр поймать. Например, вот такой. Как вам кадр? На фоне луны. О, вообще шикарно. Прикольно. Так, ну, ориентир у меня простой. Я был вот там, иду вниз. Ну и вижу, там же, по-моему, между деревьями проглядывается, скорее всего, вода. Да, ну, а, значит, что это тут такое? А чё оно мёртвое? Я уже вроде как доел. Поймал какого-то крысёныша вот этого, млекопитающего мелкого. И вот, кстати... А, это кто-то... Это кто-то живой, да? А, это ящерица. Ну вот за такой фигнёй я, в общем-то, и гонялся. Ну ладно. За ними долго гоняться, а еды с них мало. Так что... Давайте будем спускаться всё-таки к воде. Ночь. Прикольно. В общем-то, ну, не страшно здесь. По крайней мере... Никто на нас особо не охотится. Да ну как это так можно? А ну... Да я сколько по тебе можно попадать? Вот так вот. Нам тут надо... много кушать. Нам нужно расти. Ам-нам-нам. Так, ну нам все-таки нужно побыстрее приближаться к воде. Правда, не знаю, насколько быстро будет теряться наше здоровье, когда у нас полоска водички опустошится, так сказать. Так, смотрите, какая здесь равнина-то большая, ух ты. Там еще дальше деревья есть. Прикольно, странно как-то здесь все выглядит. Да, такой локации я еще не видел. Здесь бы логично, чтобы паслись, знаете, большие стада брахиозавров, диплодоков. О, кстати, вот это вы знаете, на небе это у нас Млечный Путь. Это наша галактика. Таким вот диском на небе отражается. Забавно. Луна. Так, вообще вот не знаю, куда я двигаюсь. Найду ли я то, что хочу? А что это там вот над деревьями? Смотрите, какой-то светящийся... кружочек. Так, тут пернатые ходят. Ну, я к ним не лезу, а то еще затопчут. Я еще маленький, но я хочу вырасти большим и буду здесь кушать всех. Ну, всех хотя бы сопоставимых с размерами со мной. Так, кто вот? Блин, а какая карта, оказывается, здесь довольно-таки большая. И вот там вот впереди непонятно, что это, вода или просто это так ночью текстуры прорисовываются. А, это такие вода, точнее болота. Ничего себе. Я таки добрался сюда. Прикольно. Тогда мы сейчас попьем и все-таки... Да, ну давай пей. И ляжем поспать. Я думаю... Вот здесь мы сейчас и приляжем. Чтобы эту всю красоту рассмотреть с утра. Так, вот такой вот у нас рассвет. И это у нас болота. Так что у нас здесь, я так понимаю, все виды
все виды локаций, ландшафта находятся на одной карте, да, то есть все здесь нормально. Но это явно территория, которая затапливается, а потом у нас вот такие вот корешки торчат. Прикольно. Очень даже интересно. Так, ну здесь же по-любасу должны быть трицератопсы, правда ведь? Так, вот тут пахики ходят. Так, блин, а тут бинокль нет никакого, не? Было бы прикольно. Блин, ну что-то как-то маловато динозавров, хотелось бы побольше. Ничего, не знаю, тогда будем двигаться, наверное, в эту сторону, вправо. То есть наша точка рождения была примерно вот там, где-то слева, да? Вот где-то вот там вот, я так понимаю, там речушка, а здесь болото. И речушка выходит из этого болота, да? Я там видел плавающих вон пахиков. Блин, ну как-то так, а ну повернись туда. Вон, плавающие пахики. Крокодилов пока я здесь не вижу. Ну, как и трицератопсов. Трицератопсы, выходите. Вы здесь вообще есть? Ну, подождите, тиранозавра я видел, видел. И трицератопсы должны быть. Ну, только они, в принципе, явно не на болотах должны быть. Ну, карта здесь гигантская, я так понимаю. Давайте сейчас мы... Но... Я что, на это дерево... на это дерево залезть не могу? Что за прикол? Ну, наконец-то. Это странное дерево. Не хочет, чтобы на него залезли. Ну, надо разгон набирать. Сейчас у меня тут выносливость закончилась. Ну, давай хоть так. Не буду тебя подгонять, а то что-то как-то совсем неуверенно ты ползешь. Так, вон пернатые там бегают. Так. Покажите мне тут что-нибудь интересное. Так, пернатые, пахики. Очень редко встречаются крупные гадрозавры, кто они там. Забавно. Вот это. Забрались на самый верх. Но так как-то даже неудобно получилось. Перекосило немножко. Так, ну понятно, деревья внутри пустые. Так, это чё? Это мой кореш? Ам-нам-нам-нам-нам-нам. Ну, жизнь такая штука. Кто первый съел, того и тапки. Получено достижение. Интересно, какое достижение? За каннибализм? Ну, дикая природа, ребята, такая штука. Многие животные едят себе подобных. Давайте мы зайдем куда? Help. Че за достижение я получил? Дакораптор can take down большую добычу. То есть дакотораптор может большую добычу скушать. Прыгни на животное, чтобы инициировать РПР. Ух ты. И нужно держать будет баланс. Right mouse button. Правой клавишей мышки и уроном. Правой и левой клавишей, да? Нужно будет клацать. Интересно, как это все дело. Так.
Ну, это мы можем нюхом. Понятно. И проспать 8 часов можем. Да. Ну, все вроде как. Прикольно. То есть он меня за один укус убивает. А я его... Ну, я тогда бегал в прошлой серии. То есть я его кусал, не знаю, может, раз 3-4 попадал как-то. Как-то ему было пофигу. Так, ну я его задел, по идее. Тут надо, конечно, с хвоста подбегать к нему, но... Тихо, тихо. Чтобы я еще знал, сколько раз его нужно укусить, было бы проще. О, вот это он попал. То есть мне предлагают поспать, да? Я уже готов, я уже, ребятки, готов вырасти. Вот о чем мне говорит. Давайте поспим, но мы проснемся жутко голодными. Может, мы сразу и доели бы этого крокодильчика. И мы получили достижение. Они смертоносны 8 месяцев. Так, ребятки, ну что? Ну я не чувствую себя как-то больше, или я все-таки больше стал? Камера стала дальше, по-моему. А, почему-то, смотрите, я не стал как-то более голодным. Вот тот крокодильчик, наверное, которого мы пытались съесть. Давайте сейчас нажмем тогда сохранить. Вот сюда давайте сохранимся. Так. Ну что, ты тоже попытаешься меня съесть за один укус? Давайте сейчас мы... Это такой же крокодильчик или это побольше крокодильчик? Я стал намного проворней. Это заметно сразу. Так, я надеюсь, этого я таки смогу завалить. Блин, ну это так нечестно. Ну сколько ж мне этого крокодильчика нужно убивать? Атакуем, ребята! Так. Так, я нормально так у него на спине повисел. Давай, кто кого? Так, ну я же вроде как бы клацал как бешеный. А-а-а-а! Как это могло случиться? Строил, ребята, такие гонки по катушке на скейте. Короче, вообще-то, вот эта ящерица меня по карте тут таскала, пока не уперлась в дерево. Так, ну она нам уже не страшна, в общем-то. Да своим ядом она уже ничего не может нам, по идее, сделать. Так, слышь, ты будешь умирать или нет? Я жрать хочу, вообще-то. Да, в общем-то, покатался я верхом, да, как бы... И на крокодильчике пробовал, и на, в общем-то, на всех, кого видел, на тех покатался. Но что-то как-то слишком долго не убиваются верхом. В общем-то, убить крупного никого не получилось. Хотя я довольно долго катался наверху, что-то как-то... И баланс вроде, то есть пытаешься держать и правой, и левой клавишей мышки там что-то. Но что-то не шибко там получилось. Так, кстати... Так, это вот наш коллега, да?
Ну, в принципе, его я не хочу трогать. Пусть себе живет. Ух, он охотится. Давайте присоединимся к нему. Смотрите, да, он за этой крысой бегает. Так, трицератопса я еще не встречал, но видел, птеродактили пролетали по небу. Так, ну с такой скоростью он будет долго бегать. Хотя, не, смотрите. Ты чё, меня атаковать собрался, сволочь ты такая? Ах ты ж гад такой. Вот и не... Правда ведь вначале, когда я съел маленького, вы сказали мне, что я плохой человек. А вот тут эта скотина, я ее не хотел есть, она на меня нападает. Так, ну еще это по закону подлости он меня съест, да? Это будет обидно. Ну, по идее, по-моему, в прыжке, то есть я наношу неплохой дэмэдж. Да. Это, в общем-то, ребята, достойная победа, в общем-то, реабилитировались за крокодила. Крокодилы какие-то неподатливые. Ну, в смысле, они тебя убивают за один укус. Даже самый крохотный крокодильчик. И да, кровавое небо залилось кровью. Докараптор убил докараптора. Ну, но я не виноват. Я не хотел. Давайте поспим, что ли. Помянем. Так, не знаю, вообще-то я поспал или просто посветлело. Ну, прикольно здесь, да, рассветы, закаты. Да. Склонил голову над погибшим. И вытащил из него пару кишок. О! Трицератопсы! Наконец-то! Рассвет принес нам трицератопсов, ребята! Так, как они ко мне относятся? Ну, в смысле, они меня не боятся? Надеюсь. Это прикольно. Так, надо сохраниться. И можно верхом прокатиться. Не, я знаю, что я сейчас его... Сейчас не смогу съесть. Черт, как-то даже на него не запрыгнул. Ну, то есть вот, если вправо, то надо кусать. Если влево, то по идее... Нужно... Ну вот с большими существами, в принципе, проще. Они как-то, ну, не такие поворотливые. Они меня... хотел сказать, вряд ли съедят, но... Но вообще-то съедят. У меня выносливости пока маловато. Ну, я его просто задолбусь убивать. То есть не в том плане, что он какой-то крепкий, а в том плане, что мне просто на него нужно будет много прыгать. И почему я падаю с него? То есть как бы я не совсем понимаю, как это еще механика работает. Давай, давай, вали, вали. Я сейчас немножко отдохну и покатаемся снова.
Он меня растоптал. Ну ладно. Все равно это было чисто по приколу покататься верхом. Жаль, что нет здесь какого-то брахиозавра или еще кого-то. Чтобы так, знаете, с хорошей высоты можно было на это все дело посмотреть. Так, ладно, что, ребятки, давайте оставим их в покое. В общем-то, я рад, что встретил их. Вот это, наверное, вожак такой вот красочный. Смешные такие хвостики короткие. Вот, по-моему, с хвостами что-то они перестарались. Как... Вот реально, не может быть такой тоненький хвостик у трицератопса. А голову как бы уравновешивать что будет? Ну да, здесь что-то какой-то косячок, наверное. Какие-то они странные. Чё бодаешься, а то сейчас опять на тебя запрыгну. Вот такие вот дела, в общем-то. Наверное, не... кого еще хотелось бы здесь увидеть? Есть еще какие-то что-то похожее на нас, какая-то птичка другая. Птичка. Ну, условно говоря, птичка. Так, нужно к водичке спуститься, утолить жажду. Я думаю, мы на вот на этом болоте, короче, следующую серию будем начинать. Это уже, наверное, будем заканчивать, ребятки. Что хотел, то сделал. Мы немножко выросли, немножко покатались даже верхом. Ух ты, ё-моё, я думал, мне просто черпак воды кто-то влинул. Думал, дождь начался. Так. И это кто? А, вот тот крокодил, типа, такую панику навел. Ну, музыка заиграла. Смотрите, как быстро поплыл. Это крокодильчик, да? Вот там вот. Хвостиком машет. Ну, наверное, крокодильчик, ребятки. В общем-то, тогда до скорых встреч, ребята. Ну, в следующей серии мы уже будем не саб-эдлдом, не подросточком, а уже будем эдлдом. Да, вон, в общем-то, вижу наших трицератопсов. Да. Ну... Прикольно. Наконец-то я их встретил. Юху! Напоследок. Верхом прокататься и убежать. А почему он один? Где его собратья? В общем, ребятки, до скорых встреч.